Ребят, всем привет, вы на канале Веселович. И мы в пещере. Блин. Ого. Очень скользко. Сходим. Офигеть, это пещера. Тоже тут веселая печенька. Давайте подписчики с подписчиками поздороваются. О, смотрите, мы туда. Ой, там вода чья-то. Ой, как страх. Ой, как страх. Ой, как страх. Так, аккуратно, пожалуйста, держи, Сеня. Я держу. Так, спускаемся. Ой, поставить ну там можно. Так, ребят. Ку-ку-ку. Вон там, получается, должна быть радуга. Ой, как здорово. Спускаемся. Так. Ой-ой-ой. Офигеть. Вода брызгает, кстати. Вау. Дальше можно. Ой-ой-ой. Тут потоп. Надо его обойти. Офигеть. А вон там пещера. Офигеть. Там пещера. Вот получается вода. Вода просто кристальная. Охренеть. Это очень много эмоций. Там что-то. Походу мусор. Ребят, не мусорите ПЗ. Вы загрязняете природу. Вот они какую-то игру. Ребят, так больше памяти будет на игры. Понял? Ребят, офигеть. Просто, ну, я в шоке. Я в шоке. Шоке. Вау, прикольно. И там мы наверху просто были. Тут, получается, радуга должна быть. Я не понимаю. А куда, ребят, радуга пропала? То есть радуги, получается, не было, и она появилась. Вода так еще снимается. Я удалил игру. Класс. Смотри, я вот удалил, сколько у меня. Ребят, получается, во, офигеть. Вон там какой-то коралл. Ляпота, просто ляпота, ребят. О, там кто-то. Я просто в шоке. Ребят, ну вы такую явно красоту не можете увидеть на войне. Побежали. Какие-то камни там. Это очень охрененно просто. Ребят, офигеть. Небо. Небо лучший друг. Еще раз, подписчики, давайте поздороваемся. Здорово. Там водопад. Лапики идут. Получается вот так. Ну, короче, когда замечу красоту, я сейчас установлю камеру. Ребят, а вон там мы были. Посмотрите. Мне кажется, тут была цунами. А вон это что? Я не понимаю, ребят, конечно. Я не знаю, где такую красоту можно увидеть. Здрасте. А, ребят, получается, я не смогу поплавать. Я понял. Залька. Как жаль. Ой, ребят. Мы сейчас будем подниматься наверх. Все, погнали на верхушку, на верхушку. Очень скользко. Так, поднимаемся. Да, я держу. Поднимаемся. Ой-ой-ой. Так. Ну, он там меня снимал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как же скользко, ребят. Ого. Вот. Так. Ой-ой-ой. Блин. Нет, Фель, не туда. Ой. Вот, получается, уже эти штуки. Блин, сложно. Да, вот эти вот штуки коробка. О. Получается. Ребята. Офигеть, вон. Это... Я в шоке. Реально, мы как в GTA.
Ты чё, это чё, паук? До хера, мне кажется, пауков. Я сначала, когда поднимался, я думал, ты что? А можно сюда? Офигеть, ребят. Так я боюсь, то, что оттуда сейчас тарантул выпрыгнет. А оттуда? Не знаю, как там выскочит. Ой! А я боюсь, то, что сейчас все оборвется. Блин. Страх оттуда можно, ребят, почувствовать. Блин, как же страшно. Удали игру еще. Пошлите, ребят. Ну, тут, походу, посмотрим. О, поскользнуться можно. Это получается подъем. О, вот эта красота можно увидеть. О, а тут мы еще... не были. О, дырки. Это дырки прогрызанных раньше пауков или торнадо. Мне кажется, то, что было торнадо, либо цунами. Ой, вода. Надо по камням ходить. Офигеть. О, как темно. Ого. Офигеть. Ребята, мы под этим. Пойдем туда? Да, пойдем. Блин, я вообще пропасть. Сейчас намокну. Как нам туда пойти? А как мы сюда пойдем, получается? Главное, чтобы телефон не намочить. Прикол в этом. Ну, у меня он непромокаемый. Так, а ну-ка тихо. Так. Ребят, я боюсь. Офигеть. Паутина! Маленький паук. Где? Бляха. Ты чё меня так пугаешь? Потихоньку идем. Ребят, меня придется остановить. Ребят, мы рискнули и пошли. Может, вам? Бляха. Я вступил босоножком. Моя брова не крутая, блин, тут. А, я надеюсь, тут очень много пауков. Я боюсь, что они в любой момент просто выскочат. Вот в чем мой прикол. Я вас остановлю. Я, короче, успел быстро проскочить. Ух, ребят. Офигеть. О, я про вот эти вам камни хотел показать. А мне интересно, как на них будет забраться. Там, мне кажется, тарантул. Мне кажется, везде тарантулы. Я очень боюсь, что на нас сейчас какие-то тарантулы выпрыгнут. Ну, самый большой паук. Очень. О, ого. Сейчас, ребят, я остановлюсь. Ребят, мы, получается, подоконник. День я так намочился. Слава богу, я не в носках. Было бы полный. Зачем портить камни? Фу, ребят. Как будто там сейчас таранты. Дикап. Классно, да? Да. Опять мусорка. Ребят, посчитайте мусорок. Сколько у нас видео? Поднимаем. Держись, пожалуйста. Окей. Сень, держись. Тут очень хочется. Тем более у нас мокрые уже эти. Тапочки, да. Да, поднимаемся. Ребят, так страшно было? Офигеть. Ну, зато прикольно. Вот мы вышли. Идем искать теперь надо. Идем. Мне кажется, такого шока никогда больше лучше и не будет. Такого прекрасного вида. Это лучше всего просто. Я беру свои слова обратно. Лучше телефона, лучше всего. Ну, мне кажется, лучше подписчики. Все, будем кушать.
Это получается, мы сели за столик, попросим мороженое, потому что очень жарко, ребят, 23-25 градусов. Мы жарим, сходим. Кокосиков, наверное, не будем просить. Я, по идее, пробовал, мне кокосики не понравились. Фух, ребят, мы, ну, вы и мы просто в шоке. Это в реальной жизни, ну, мне кажется, просто невозможно увидеть даже, ребят. Короче, сейчас я остановлю, поиграю в какие-то игры. Вот покажу вам мороженое всякое такое. Это было просто нереально. Ребят, да, просто, ну, как? Ну, я не... Если бы не такой бы парк, ребят, мы бы сдохли. Мы бы сдохли, ребят, просто от такой красоты. Ну, мы не сдохли. Получается, ну так. 6%, нихуя. Блин. Ну, не знаю. Стоп, мануэ. Ой, ребят. Очень нравится тут, конечно. Это фото. Это клеем. Это по-любому клеем такое. И подложили что-то. Потому что такое невозможно сделать. Тем более вот этот апельсин. Получается, я вам про него говорю. Тем более он так упал. Не, невозможно. Конечно, будем ждать мороженое, ребят.